Материалы для строительства от новых производителей. Уже в следующем году в Ульяновской области свою первую продукцию выпустит крупный завод по производству строительных смесей. В проект инвестировали более 600 миллионов рублей. Завод предоставит сотню рабочих мест для жителей Сенгилеевского района. Ульяновская область для нас привлекательна своим центральным положением с точки зрения рынка Поволжья и с точки зрения оптимального наличия сырья, песка, цемента, минеральных порошков и, безусловно, это люди. На строительной площадке уже завершили подготовительные работы. Здесь уложили фундамент главного производственного корпуса, приступили к монтажу металлических конструкций. Возвести его планируют до конца года, а далее начнется установка оборудования. На строительной площадке с контурами будущего завода познакомился глава региона. Сергей Морозов отметил, что в области наращивают объемы строительства жилья, продолжают возводить объекты социальной инфраструктуры. В сентябре мы посвятим весь сентябрь совместно с Аллой Михайловной, с ее большим подразделением по всей Ульяновской области индивидуальным жилищным строительством. Мы хотим до конца года иметь полную программу, может быть, даже каких-то очень уникальных мер поддержки, если земли хватает, построить свой дом и жить в своем доме. Поэтому, конечно, нам нужно то, что вы производите, очень важно будет, и мы будем. На предприятии будут изготавливаться сухие строительные смеси различного назначения. От простого бытового для ремонта жилья до высокотехнологичных материалов для сложных технологических конструкций. Основным рынком сбыта станет Приволжский федеральный округ.